я сейчас где? А я сейчас в Приозерске. 12 часов дня. Я еще не пил, не ел. Я сюда приехал за кофе. Небольшой населенный пункт, прямо на Ладоге. Здесь где-то 15 тысяч жителей. И я, честно говоря, не здесь остаюсь, а я остаюсь прямо на Ладоге. Называется место «Самая Ладога». Это гостиница, небольшой гостиничный комплекс. Очень красивый. И мне посоветовали заехать на Ладогу. Я ни капли не сожалею. Вы все увидите. Красота просто... Я ехал из Питера в Выборг, рекомендую Выборг. Видео тоже у меня на канале есть, смотрите, европейский городок. Если вы оттуда едете, из Выборга 2 часа до этого места. Самая Ладога называется, прямо на Ладожском озере. Домики маленькие, у меня окна выходят прямо на Ладогу. Стоит 3000 рублей, есть кухонька, есть где поспать, есть кухонька, можно приготовить что-то. Вся посуда, все есть. Там классные теплые номера, телек есть. Вот. Вы сейчас все сами увидите. Ладожское озеро – самое большое озеро в Европе, расположенное в Карелии и Ленинградской области, на северо-западе Европейской России, недалеко от границ с Финляндией. Озеро имеет около 660 островов общей площадью 435 квадратных километров. Большинство из них расположено недалеко от северо-западного побережья, где те самые знаменитые Валаамские острова и остров Канивец, а также один из крупнейших островов озера – Мансинсари, расположенный у северо-восточного побережья. Это огромное озеро. Размеры его сопоставимы с размерами моря, а его самый крупный остров Риекалансари по своим размерам превышает в два раза Тувалу, тихоокеанскую страну. Ну а кто-то приезжает сюда, чтобы взглянуть на тюленей. Да, говорят, они тут водятся. Озеро также известно тем, что вокруг него уже более 20 лет постоянно проводятся соревнования. Раллийные гонки Ладога Трофи. Маршрут составляет 1200 километров, 10% из которых особо сложные участки для преодоления. Вот такой, ребята, у меня однокомнатный дом, но в нем я не задерживаюсь, как и во всех предыдущих своих точках назначения. Что касается погоды, погода здесь постоянно меняется. Утром шел дождь, потом погода стала лучше, выглянуло солнышко, как раз вот я период поснимал, и сейчас у нас получается 2 часа дня, и опять идет дождь, ветер, все затянуло тучами. Шхеры – это архипелаг, который состоит из множества маленьких островов, которые разделяют узкие проливы, и каждый из этих островов имеет это загадочное название. Шхера. Ладожские шхеры нередко сравнивают с норвежскими фьордами, а само название шхеры происходит от норвежского «шхарь», что означает «скала в море». Когда вы отправляетесь в путешествие в Карелию, помните о том, что вы отправляетесь буквально на природу, потому что главные карельские достопримечательности – это не здания и не музеи, хотя частично и это тоже. Да, ребята, когда ездишь по нашей стране, удивляешься, сколько всего еще не видел и сколько всего еще не знаешь. Вот, к примеру, эта крепость. Крепость была построена в 1310 году новгородцами. И это не просто крепость, а это, ребята, было самое северо-западное поселение в России. И она строилась не просто так. Это оборонительная крепость.
крепость. И прежде всего новгородцы ее строили, чтобы обороняться от набегов шведов. 1310 год. Тогда она строилась деревянная. В одном из сражений она была полностью выжжена, и построек не осталось. И потом она реконструировалась кучу раз. Я посмотрел список войн, в которых она участвовала. Ну, там, я не знаю, сколько, несколько десятков войн за всю свою историю. Несколько десятков. Эта местность входит в Ленинградскую область, а уже тут рукой подать осталось, я не знаю, совсем чуть-чуть уже, и я в Карелии. Считается, что шхеры возникли по причине ледниковой эрозии в части материка, затопленной морем, поэтому на поверхности видны только самые высокие участки суши в виде островов или скал. Озеро всегда имело какую-то особую мистическую славу, которая не ушла и по сей день. Местные жители еще с начала прошлого столетия нередко слышали странные звуки, которые шли из-под воды всего озера. У этого явления даже есть местное название – Барантиды. Ходили даже слухи, что здесь появляются НЛО и что здесь, возможно, целая подводная база пришельцев. А другие местные жители утверждают, что в озере водятся чудища. Верить или нет? И кому или чему – дело каждого, но то, что побывав здесь, вы ощутите атмосферу мистики и загадочности – это факт. Ребята из Приозерска, я уехал и направился в сторону Сартовалы, но у меня по пути есть один пункт, обязательный к просмотру. И это место называется Долина Водопада. Собственно говоря, сюда я сейчас и еду. Находится он между Приозерском и Сартовалой, прям практически посередине. Это уже Карелия. Это уже Карелия. Я проехал вывеску Республика Карелия, въехал, стоял пограничник, остановил меня, посмотрел. Все, и я благополучно поехал дальше. Так, ну что, ребятки, это лес, прям вот видите, у меня в округе, тут стоит карта. Вот так, долина водопадов. Вот, я так понимаю, водопадики всякие разные, маршрут, медведи, лоси, бобры. Я вот один тут, понимаете, заплатил я 150 рублей за вход, ну чисто символично. Мне сказали, что весь маршрут занимает... Километр. В Монрепо не было ни указателя, ничего. Вначале входишь, куда идти, что идти. А здесь сразу же понятно. Кто-то, может, смотрит, скажет, ну и чё ты радуешься? Идёшь, блин, в лесу себе. Чё радоваться? В лесу идёшь, и всё. Чё особенного-то? Ребята, ну это лес надо видеть. Я слышу шум воды. Значит, водопад где-то там. Сейчас, значит, 9 утра, пора на завтрак, я уже готов, сейчас надо на завтрак и потом ехать в Рускеалу. На улице 2 градуса, поэтому нужно одеваться нормально, чтобы было не холодно. Что, кушаем шапку?
Значит, где я нахожусь? Место называется «Времена года». Это гостиничный комплекс. Это место прям на Ладоге. И потрясающая погода. Голубое небо. Я вот как выехал, все время лил дождь. То есть просыпаешься — дождь, потом немножко распогодивается. А сегодня прекрасная погода, солнце. Получится полетать на дрончике. Я надеюсь, его блокировать не будут. В общем, по месту. Комплекс называется «Времена года». Находится это рядом с Сартовалой. Самой Сартовалой я решил не оставаться. Ну, просто я смотрел в интернете. Там места красивые, симпатичные. И мне как бы вот это понравилось. Ну и сегодня я поеду в знаменитую Рускеалу. Прям очень хочу. Сартовала. Исторический город России, находится он в республике Карелия в 50 километрах от границы с Финляндией и насчитывает чуть больше 18 тысяч жителей. За свою историю Сартовала успела побывать и в составе России, и Финляндии, и Швеции. На финском «сорта» означает «черт», а «валта» — «власть». Таким образом, Сартовала — это «власть черта». Такое название могло быть дано из-за того, что рядом с городом находятся Валаамский и Каневецкий монастыри. И именно к этим местам по древней легенде впервые причалила нечистая сила. Второй вариант происхождения — «Сартава». В переводе с финского означает «рассекающий», а залив Ладожского озера как раз как бы рассекает, разделяет город на две части. Ну и наконец, третий вариант, он связан с прозвищами, именами, а также деятельностью. Слово «сартава» — это прозвище от финского «сарта», что значит «валить лес» или «косить траву». Ребята, вы что, думаете, я чаи тут распиваю? Это Колдрекс. Я пока вчера Ладогу снимал на камешках там, с дрончиками, со всеми этими делами. Простыл, блин, у меня горло и насморк продуло. Поэтому одеваемся, ребятки, чтобы пить чай, а не Колдрекс. Здесь на территории есть проживание формата коттеджного. Есть такие, вот видите, большие домики, и там у вас мини-квартирка, вот как у меня. Территория, в принципе, ну, можно погулять, то есть не три домика, да. Мне вчера сразу же предложили в спа, то есть спа, банька, я так понимаю, что-то еще, но я не был. Стоят по берегу лодочки, вот, то есть можно, наверное, заказать прогулку на катере. Я все это не узнавал, я это предполагаю, потому что у меня, честно говоря, цели другие. У меня всего здесь один день, как и везде. Переночевал, поел и дальше в путь. А так вообще, если, конечно, здесь оставаться, то можно пользоваться всеми услугами. Вот видите, здесь есть вот такие коттеджи. И еще по территории несколько их. А есть вот такие вот домики. Вот это мой. У меня там один из номеров. Номера напоминают что-то, ну, вот как студия, прихожая. Моя. Видите, такой каминчик. Тут есть столик, диванчик. Вот этот, не знаю, раскладывающийся, не раскладывающийся. Наверное, не раскладывающийся. А нет, раскладывающийся. Раскладывающийся. Две кровати, которые можно соединить в одну. Ну, очень так мило. Видите, даже такая лампочка. Телек. Здесь вот кухонька. Кухонька. Печки нет. И вот такая душевая ванная. Теплые полы. Очень тепло. Все здесь. Вот. И очень мило. Очень мило. А за окошком месяц май. Ой, какая красота. Ребята, вы посмотрите, какую капуху я нашел прямо на дороге. Как какие-то серф-парки, смотрите. В общем, вы поняли, это все здесь ладожские шхеры. Я думал, ладожские шхеры — это, ну, как бы приезжаешь в парк и дальше едешь, смотришь шхеры. А тут они везде, оказывается. Оказывается, гостиничный комплекс, где я оставался «Времена года», и вот я сейчас оттуда летал на дроне, это все тут можно смотреть ладожские шхеры. Вы понимаете? Правильный движ.
Это крутая тема. Я въехал в Рускеалу. Дороги, если честно, обалденные. Ремонтируют тут дорогу. Погода поменялась. Резко все затянуло тучами. Мне осталось минут 5, наверное, до именно парка. Одна из причин, по которой вы, скорее всего, попадете в Сартовалу, это потому что она является таким перевалочным пунктом по дороге в Рускеалу, которая, в свою очередь, является горным парком. Причем попадете вы сюда, скорее всего, весьма необычным способом. По данному маршруту ходит самый что ни на есть ретро-поезд. Ходит он из Сартовалы в Рускеалу каждый день, а время в пути занимает всего час. Рускеальский поезд — это единственный в России действующий паровой поезд. Поезд выполнен в определенном стиле, дающем ощущение атмосферы нахождения в эпохе конца 19-го, начала 20 веков. Смотрите, из минусов в Рускеале, если вы соберетесь, значит, пункт первый. То есть, если вы ограничены по времени, ну, вот, к примеру, как я ограничен, я бы с удовольствием бы здесь посетил все, что только можно, но это нужно тратить, грубо говоря, там целый день только на одно вот это место. Но не все так могут, к сожалению. Поэтому имейте в виду и рассчитывайте время. К примеру, пункт первый, да, про Рускеальский экспресс мы поняли, что он отходит в 10 часов, 10.40, да, из Сартовалы, и возвращается он только уже в 5 вечера. Понятное дело, что не все смогут тратить целый день на то, чтобы приехать сюда на нем и уехать на нем. Момент второй. Тут, понятно, карьер, и тут немногие знают, значит, подземные шахты. Но опять же, то есть тут по времени по сеансам вход стоит 1500 рублей на взрослого. Ну, если как бы вы не боитесь потратить 1500 рублей, что многие считают, что это дорого, но это как бы так и есть. Вы платите 100 рублей за вход, вы платите 1500, получается, если вы захотите, за карьер подземный, и вы платите 800 рублей за лодку. Плюс еще зиплайн, то есть покататься, да, на веревке сверху, там еще я не знаю, честно говоря, сколько стоит. За все вы дополнительно платите. То есть как бы 100 рублей за вход — это как бы формальность, что вы сюда пришли. Но если вы готовы потратить эти деньги и посетить карьер, вам еще придется ждать, пока вы туда попадете. И, к примеру, у меня ближайший сеанс на 3 с небольшим, и мне нужно ждать больше часа для того, чтобы туда попасть. Но опять же, ну как бы просто сидеть и ждать, ну это не прикольно. Парк – это как бы отдельный мир, попав в который вы сможете не только лицезреть красоту природы, но и заняться активными видами спорта, попробовать себя в дайвинге, прыгнуть с тарзанки, поучаствовать в водных прогулках, а также заказать увлекательные познавательные экскурсии. Основа парка – это бывший мраморный карьер, заполненный грунтовыми водами. Он же является объектом культурного наследия. На дне карьера был обнаружен разного вида транспорт, который был затоплен финнами в 1939-1940 годах. Помимо каньона, здесь есть и другие места, не менее привлекательные. Штольня – место, где ранее добывался мрамор. Русский провал – дыра, образованная взрывом на соседних карьерах. Итальянский карьер – здесь находится мрамор в разрезе. Сам город Петрозаводск, он как бы вытянут вдоль всей этой набережной. Но это, насколько мне показалось, за один день, я могу ошибаться. Сейчас у меня 9 утра, около 0 градусов. Вчера срывался снег небольшой, достаточно прохладно и ветрено. Ну, это, в принципе, объяснимо, потому что здесь у нас просторы, широкие, вода, ветер может гулять куда угодно. Что сразу бросается во внимание, то что утро, суббота, и достаточно большое количество людей занимается спортом. Бегает, катается на велосипедах. И даже у меня в отеле стоит сразу же прокат велосипедов. С велосипедами. Можно выйти, взять велик и покататься. Ну, я приехал со своим, и в парке здесь везде стоят знаки, что пешеходы ходят, и рядом знак велосипедиста, что ездят велосипедисты. Это радует. Первые следы города можно обнаружить на географической карте Авраама Арделиуса, где Онега-Борг
нынешний Петрозаводск, находится примерно в том же районе, что соответствует текущему городу. Официальная история города начинается с 13 века. Столица региона – идеальное место, чтобы получить представление о прелестях этого района. Пейзажи Карелии на северо-западе России представляют собой любопытное сочетание великих озер, диких лесов, деревянных церквей и героических памятников. Это область, которая от города Санкт-Петербурга простирается на север до Полярного круга. Одних выходных будет достаточно, чтобы вы могли посетить остров Кижи, отведать типичного блюда местной кухни, прогуляться по берегу самого большого озера Европы и познакомиться с этим своеобразным русским городом. Название города, как в принципе, я думаю, несложно догадаться, Петрозаводск, происходит от буквального завод Петра. Почему такое название? Ну, потому что первое русское поселение здесь было образовано по приказу Петра I в 1703 году, и оно должно было служить для нужд Санкт-Петербурга. Но через какие-то 40 лет завод был закрыт. И что, люди поехали по домам? Нет, они остались здесь. И еще через 30 лет Екатерина II уже здесь организует литейный завод, который работает в военных целях. Сюда, в столицу, многие приезжают, когда хотят посмотреть Карелию, потому что отсюда, в принципе, на автомобиле или на каких-то туристических автобусиках с экскурсиями можно выезжать до различных знаковых мест в этой местности. Если вам интересно посмотреть Кижи, то отсюда отходят кораблики, правда, уточняйте по поводу времени, потому что ходят они не всегда, не весь год, зависит все от погодных условий. Билет на человека взрослого обходится, ну, средний билет, я не беру там какие-то отдельные рейсы, средний билет обходится в 3000 рублей. Вдоль Пушкинской улицы вы найдете памятник, посвященный поэту, небрежно смотрящему на горизонт, скрестив руки. Интересно, что многие из этих декоративных памятников являются подарками городов-побратимов Петрозаводска. Впечатляющие рыбаки на скале у воды с их тонкими металлическими сетками, натянутыми в воздухе, были подарены центру города из Дулута, штат Миннесота, еще одного города, стоящего на воде. Группа стилизованных фигур, называемая местом встречи, является подарком норвежского города Мойрана, расположенного на фьорде недалеко от Арктики. Самая старая скульптура, датируемая 1873 годом, расположена в конце ветреной набережной озера, представляет собой классический бронзовый памятник, посвященный основателю города Петру Великому. После того, как вы сделали глоток свежего воздуха и культуры, отправляйтесь в кафе «Карельская горница», чтобы попробовать некоторые блюда Карелии. Вы можете начать с коктейля из клюквенной водки, а затем попробовать блюдо из маринованных диких грибов или соленой трески с огурцами. Карелия славится своими реками и озерами, поэтому не удивляйтесь, если обнаружите множество блюд из пресноводной рыбы. Ребята, а вот так надо делать спортивные площадки под открытым небом. Здесь протяженность тренажеров вот этих вот всех метров 100, наверное, может и больше. Вот это я понимаю. И площадки реально, то есть круто с весами, со всеми, с блинами. То есть не такие бутафории, знаете, которые делают якобы спортивные площадки. Ни весов, ничего нет. А здесь конкретно, здесь блины, веса, грузы, огромное количество и выбор тренажеров большой. Классно сделали, молодцы. Онежское озеро с его сотнями островов является вторым по величине в Европе. И, кстати, это озеро со всей его природой, с древними различными историями, гравюрами в скалах, вдохновило, кого бы вы думали, Александра Сергеевича Пушкина на создание его главного героя. Какого? Евгения Онегина. Ребята, давайте я вам покажу вход в свою гостиницу. Вот так это все дело выглядит. Гостиница сама по себе прикольная. То есть современные модные номера. И когда заходишь в гостиницу, такой красивый холл, есть ресторан, есть маленький спортзальчик. Но есть одна особенность. Вот как у меня, да, к примеру. Вот эта парковка и ресепшн здесь, да, в этом здании, в центральном. Но из-за того, что у них нет там номеров, они дают номера уже в другом корпусе. И вот как бы 0 градусов, да, вам завтрак и у вас в том корпусе. А номер у меня вот в этом корпусе. И мне нужно одеться, пойти туда, поесть, потом опять вернуться. И то же самое, любые там вопросы, в спортзал пойти, в шортиках, да, туда, пожалуйста, через вот эту парковку. Это очень неудобно, на мой взгляд.
Остров Кижи на Онежском озере в Республике Карелия заслуживает отдельного внимания. Он славится на весь мир множеством деревянных церквей, часовен и домов, представляющих собой уникальные архитектурные украшения. Это одно из самых известных туристических направлений в России, а также объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди всех деревянных построек выделяются, в частности, две церкви. Преображенская церковь с ее 22 куполами – символ острова Кижи, и Покровская церковь с ее 9 куполами, а также восьмиугольная колокольня, построенная в архитектурном стиле, когда-то распространенным по всей России. Я сейчас нахожусь на территории заповедника Кивач, и здесь же находится одноименный водопад. Территория небольшая, я буквально прошел все за полчаса, и, ну, в принципе, здесь водопад, понятно, что здесь заповедник, но территория вся, она огорожена, и просто так у вас не получится пройти там в лес и уйти куда вы хотите. Везде стоят знаки, что проход запрещен. Это место находится в 50 минутах езды от Петрозаводска. Есть парковка, можно поставить автомобиль, и вход стоит 200 рублей на территорию. В 1990 году объект Кижи был внесен в список ЮНЕСКО как наследие всего человечества. В 1993 году он стал местом российского культурного наследия, где посетители могут исследовать архитектурные сооружения в настоящем музее под открытым небом, посвященном истории, архитектуре и этнографии Карельской области. Друзья, мы с вами приехали к очередному знаковому месту. Природный парк Гирвовский вулкан. Вулкан, вы не ослышались. Сейчас мы, наверное, увидим какую-то гору с извержением лавы. Но нет, мы такого не увидим. Тут написано, что где есть. Значит, есть у нас трубка взрыва, зоны минерализации, эруптивное жерло. В общем, что тут написано? Что в 1967 году сотрудниками Института геологии были обнаружены своеобразные вулканические породы, слагающие фрагмент древнего вулкана. Значит, время формирования вулкана относится к палеопротерозою. Время его формирования происходило 2.2 миллиарда лет назад. Ну, совсем недавно. Как выглядит вход? Ну, это тропинка, просто тропинка в лес. Небольшой там деревянный заборчик такой. Ну и еще на входе находится дамба. Сам парк вот этот очень небольшой, и реально, если как бы не фотографироваться, то 15 минут и все. Если с фоточками, здесь уже зависит от того, сколько фоточек вы хотите сделать. А так, ну, 500 метров сюда, 500 метров туда, и, скажем, ну что из себя представляет сам вулкан? Ну, это такие окаменелые породы, и сейчас река и небольшой водопад. Вещаю вам из жерла вулкана.
Вот, собственно говоря, самый эпицентр. Ребята, ну что, какие ощущения? Ощущения, честно говоря, смешанные. Ну, как бы вулканом здесь не сильно пахнет. Ну, скалы, как бы скалы. Ну, я уже такое видел много раз. Это вулканами никто не называл. Как бы понятно, что ученые там где-то что-то нашли. Как бы то, что было тут 2 миллиарда лет назад, ну, никто не знает. И, знаете, такое смешанное ощущение, потому что, ну, не похоже это на то, что рассказывали нам в школе, знаете, магма, лава, извержения пылающие. И есть такое вот ощущение, что ученые где-то поймают нас, понимаете? Извините за выражение. Нет, естественно, место стоит того, чтобы посетить его. Если тут что-то такое вау, ехать ради этого в Карелию, большой вопрос. Последнее извержение здесь было пару миллиардов лет назад. Самому же вулкану около 3 миллиардов. Как говорят, извержение вулкана в те времена было настолько сильное, что оно достигло территории Петрозаводска, вот откуда я сегодня приехал. А Петрозаводск, на минуточку, 70 километров отсюда. Понимаете? То есть извержение вулкана достигло Петрозаводска. Но где факты? Где доказательства, ребята? Где это все? И еще, ребята, должен вам сказать про одну особенность этого места. То, что это вулкан, и он же по совместительству водопад. Еще один подвох. Ну где? Вот вы видите здесь водопад. А на минуточку. Здесь выше, как вы, наверное, уже увидели, находятся дамба и шлюзы. Весной, когда паводки, шлюзы открываются. И здесь фигачит поток воды, очень мощный, и вулкан сразу же автоматически становится водопадом. То есть вот это все здесь бурлящие потоки воды. Понимаете? Хорошо, что сейчас осень, и я могу быть уверенным, что не откроют шлюзы. Потому что иначе меня бы отсюда смыло бы, как в унитаз. А еще здесь снимали ряд фильмов. Каких фильмов? Здесь прям стоят билборды и показаны, что здесь снималось. Но вообще, что я вам могу сказать, ребята? Ищите какие-нибудь камни или пруд какой-нибудь. Найдите несколько ученых, которые нарисуют вам, накалякают какую-нибудь легенду. Вот как, например, здесь пруд или озеро. Можно придумать легенду, что здесь был выловлен какой-нибудь карелиозавр 1 миллион лет назад. И все, строим заборчик, ставим будочку, пару туалетов. У нас готово туристическое место. Если у вас останется время, посетите также и другие достопримечательности музея Петрозаводска. Морской музей «Полярный Одиссей», художественная галерея «Дом куклы», Крестовоздвиженский собор и губернаторский парк. Если вы едете в Карелию или из Карелии, у вас есть вариант на автомобиле добраться несколькими дорогами. И одна дорога, вот по которой я сейчас еду, она подразумевает собой переправу на пароме. Значит, если вы будете ехать этой дорогой, вот так подъезжаете на машине к шлагбауму, ждете парома, который там находится. И значит, почему вот эта дорога? Дорога убитая в хлам. Я хотел приехать чуть раньше, но, честно говоря, сложно ехать со скоростью даже 100 км в час. Приходится ехать, наверное, порядка 60-80 км в час. Еще как бы деревня за деревней идет, дорога разбитая. Но эта дорога помогает сэкономить, под 200 км. Конечно, можно ехать другой дорогой, понятно, да? Но мне самому интересно, что представляет из собой паромная вот эта переправа. Здесь, получается, вот из этой точки до Вологды той же самой уже 400 километров где-то остается. Значит, давайте по парому. Во-первых, значит, через что эта переправа? Переправа это через реку Свирь. Она впадает в Онежское озеро. Река Свирь, она соединяет Онежское озеро и Ладожское озеро.
Правда, я не знаю, сколько по реке тут плыть, но плыть немало. Он отправляется, значит, ну, каждый час, грубо говоря. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Стоимость. Вот оно. Пассажиры. Бесплатно. Мотоциклы 60 рублей, я так понимаю, не долларов. Легковые 170-200 рублей, в зависимости от длины. Ну, короче, 200 считаем. Грузовые пошли 300, 400, ну и так далее. Короче, ну я не буду все это перечислять. Суть понятна. Сколько влазит чего у нас? Вместимость 8 грузовых автомобилей или 16 легковых и 100 пассажиров. Живописно ли тут, красиво? Если что делать, пока ждешь парома? Нет, ни черта тут нет, инфраструктуры никакой, ничего больше. Кофе попить где? Я не вижу. В туалет сходить где? Я тоже не вижу. Ну, везде, я так понимаю. Вот так.